приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. И как вы догадались по моей дурацкой реплике, сегодня мы будем готовить вареники. Вернее, не вареники, а тесто. Сегодня мы вам расскажем, как приготовить универсальное тесто, из которого можно приготовить пельмени, вареники. Ну, вареники, естественно, совершенно любые, с мясом, с картошкой. Все дальше будет зависеть от начинки. Также можно приготовить азиатское блюдо манты, ну, такие азиатские пельмени, наверное. Вот, собственно говоря, такое универсальное тесто. Для этого теста нам понадобится, я взял специально для показа пропорций, то есть можно сказать 4 части муки, в данном случае 4 стакана муки, 1 стакан воды, треть стакана растительного масла, 1 яйцо и 1 чайная ложечка соли. Вот такой вот нехитрый набор продуктов, и мы сейчас приготовим универсальное тесто, а следующий ролик мы сегодня будем делать пельмени. Вот, и следующий ролик мы снимем о том, как сделать хорошие, вкусные, настоящие домашние пельмени. Ну, а сейчас... Начнем мы приготовление с теста, с того, что Лариса просеет муку. Для чего ее просеивать? Вдруг там есть какой-то... Гвоздь, например. Ты знаешь, в наших продуктах может быть все, что угодно. Да ладно, нехай наши продукты. Ну что, есть гвоздь? Пока нет. Надеюсь, не будет. Муку просеяли. Гвоздей не обнаружили. Ну, да. Жаль. Металлом сдали. И что мы делаем дальше, Лариса? И хорошенько размешиваем. Хорошенько. Просто чуть-чуть размешиваем. Соль добавляем, водичку. Водичку лучше брать теплую. И теперь уже хорошенько размешиваем. Еще не хорошо. Мы постепенно размешиваем, то есть мы все добавляем постепенно, и в это же время мы по чуть-чуть его все перемешиваем. А ты будешь руками месить, как настоящий хлебопекарь? Ну а как же тесто? Все здесь сейчас будет в муке, и ты вся будешь в муке. Ты хочешь, чтобы мы устроили? Ну да, мы же делаем тесто, снимаем ролик о том, как делать тесто. Давай устроим настоящий антураж. Ну, сейчас мы так и сделаем. Ну, ложечку, я думаю, что мы действительно уже берем. Вот Лариса месит тесто минут 10, наверное. Сейчас расскажет нам, до какого состояния надо его месить и что с ним дальше делать. Тесто месим до того состояния, чтобы оно перестало липнуть к рукам, чтобы оно было однородное. Вот вы видите, оно эластичное стало. Вот такое вот у нас получилось тесто. Это тесто у нас универсальное. Мы его сможем использовать как на лепку пельменей, так и на приготовление вареников, собственно, то, что мы будем делать. Сейчас мы его заворачиваем в фольгу и оставляем отдыхать на полчасика. Пленочку, не фольгу, пленку, пищевую пленку. Да, я заговорилась. И если вы сразу же планируете, друзья, готовить вареники или пельмени, то вы можете приготовить тесто и в это время приступить к приготовлению фарша. А мы на этом заканчиваем. Надеюсь, этот ролик был полезен для вас. Если действительно он был полезен, подписывайтесь на наши видео, ставьте лайки. Пока, друзья!